Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Assassin's Creed Mirage. Уиу. А, вообще не хотел туда прыгать, ну да ладно. А, кстати, навыки. Предметы? А, я типа прокачал. Предметы? А, я что-то нашел. А, так, расследование. Это понятно, навыки. Так. Да. Вот это, кстати, хорошо прям. Все, это мы сделали, это мы погнали. Будем спасать или не спасать, не знаю. Ну а что изобретателю и доктору вместе делать? Изобретать аптека. Ага, в аптеку вход закрыт. Понял. Почему? Непонятно, да? А нырнуть могу? А, просто лужится. Просто лужится. Тихо. Мое. О, классно. Одну потратили, одну забрали. Почему в аптеку нельзя, я так и не понимаю. Так, это понял. Такс. Ага, вот в том здании, да, получается, они? И что же это за здание? Большой Бимаристан. Бимаристан. Здесь собираются лучшие лекари Багдада. Найду доктора Хасана, найду и Ахмада. Ну, давай. Ага. Нужно как-то попасть в кабинет доктора Хасана. Ага. Так, каким образом? Вижу. Ну, толкнул, ничего страшного, не помрешь. Ага. Как все легко и просто оказалось? Стащить ключик. Опа, дай. Ну дай. Что там? Пойдет. Угу. Угу. Символ ордена. Доказали того, что доктор Хасан один из них. Угу. Так, а как? А как туда? А каким образом туда попасть? Вот и доказательство, судя по этому письму, Хасан по уши в делах ордена. Мой дорогой Арабиссу, работа над механизмом продвигается замечательно. Сам того не осознавая, механик предоставил нам ключ к его безграничному потенциалу. Новые детали, которых я упоминал, уже на пути в Дом Мудрости. Время Ордена близко. Аль-Аш-Дахак. А как туда попасть? Подслушать разговор? Хорошо. Каким образом? Я просто бегущий человек. А, то есть тут можно, а там нельзя, да? Ученые из Дома Мудрости получили ожоги, спасая книги. Нам нужна эта комната для пострадавших. Нет, это личная лаборатория доктора Хасана. Она заперта. И входить туда нельзя. Предлагаешь просто бросить несчастных снаружи? Я жду ответа. Прошу, не повышай голос. Ты пугаешь больных. Доктор Хасан запирает свою лабораторию на ключ. Интересно, почему? Ага.
Ага, понял. Так, а здесь уже опасно, да? Здесь уже опасно. Это я забираю. Стелс, 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 стелс. А у кого ключ? Пацаны, у кого ключ? Признавайтесь. У кого ключ? Признавайтесь. Так, ага. Так. Так, заметки? А. Так, здесь понятно. А ключ я так и не нашел ни у кого, да? Ладно. Хорош. Всех, всех разом. Прекрасно. А ключ один и тот же, да? Так, ключа от двери нет. Хорошо. Сюда и тебя. И где же он? Ну, ключ. Да ключ по-любому наверху. Ага, вон он. Внутри еще, да? Так, это палево. Тихо, аккуратно. Аккуратно. Прям аккуратно. Да-да-да, вот там, туда, туда, туда. Туда. Идешь? Стой. Подожди. Аккуратно. Приветики. Такие звуки прям. Так, взял. Сколько ножей? Два. Два ножа. Еще, где-то еще вот здесь должен валяться один. Два. А куда? Куда делся? Ну, сюда же летел ножик, да? Хорошо. Или к нему можно как-то по-другому попасть. Ага, к нему по-другому попасть можно. Угу. Сейчас все будет. Они что, что были живы? Ха, два трупа. Все, отдыхай. А хотя зря. Ну ладно, пускай. Чтобы их поменьше было. С моими методами все в порядке. Загвоздка в своем механизме. Мне нужно больше. И мне определенно не нужно, чтобы какой-то ничтожный изобретатель портил мое великое творение. Разве я не великий и ужасный Аль? Пожалуй, не стоит об этом вслух. Сосредоточься, Хасан. Доктор Мир. Осталось найти Ахмада и разгадать эту кровавую тайну. Басим, что здесь произошло? Ахмад, где ты был? Я был неподалеку, я всегда неподалеку. Так ты объяснишь, что произошло?
Ты знал, что это человек, член Ордена? Он обратился ко мне несколько недель назад, когда они нашли что-то в пустыне. Какой-то древний механизм. И ты ни о чем не спросил? Я не задаю вопросов, когда речь идет о работе. А ты? Расскажи мне об этом механизме. Он открывает путь в сознании. Путь в древний мир. Кажется, этот механизм каким-то образом расширяет границы восприятия. Ты видел это своими глазами? Нет, но мне рассказывали те, кто видел. Они потеряны, Басим. Они верят, что увиденная ими реальность, верят, что они часть этого древнего мира. Я не знал, что в этом замешан Орден. Иначе я бы пришел к тебе. Я просто увлекся. Ты же меня знаешь. Ты уйдешь отсюда и вернешься в контору. Никто ничего не узнает, если ты сам не расскажешь. Как горько, что знания всегда в конце концов попадают в дурные руки. Правда, Басим? О! Ну окей. Чё бы нет. Прыг. Вниз, вниз, прыг, вниз. Ага. Вниз спрыг. Спрыгнул и всё. Так, вот туда направо. Туда направо. Да, покидаю я, покидаю. Нужно вернуться в контору. О, да это быстро. Один из два навыка, нифига себе. А, это классно. Да поговорим, поговорим. Сейчас я разберусь тут. Сколько кошелей? Здорово. Давай, давай, иди сюда. Все, все ко мне. Все мне. Все мне. Так, в контору, в контору, в контору. Быстренько. Это вот сюда, да? Ну, помогал он. Ну, он же не знал, или он слишком такой... С другой стороны, а кто еще будет, типа, изучать артефакты ИСУ? Кроме как не Орден. Так, наверх идем. Басим, поднимись ко мне на крышу. Басим, я знал, что это ты. Не только твои глаза хорошо видят издалека. Итак, Табиб, теперь на улицах повсюду твои глаза и уши. Такова жизнь, Рафика. Где бы мы были без моих сведений? Знание — это инструмент. Оружие. Его можно использовать и во благо, и во зло. И Орден использует его во зло. Что ты узнал? Дом мудрости глубоко поражен гнилью. Он использует некую древнюю книгу, надеясь создать какой-то ужасный механизм. До меня дошли слухи об их нечестивом сооружении. Они называют его великим творением. Орден ставит опыт на людях. Смертельные опыты. Пока место я остановил их, но некто по имени Ари Рабису Ален. Ты представляешь, кто бы это мог быть? У меня есть подозрение насчет великого мудреца Фазиля Фахима. Этого дряхлого старика, сведения, которые я собрал, намекают на это. Это возможно. Скоро в Доме Мудрости состоится большой симпозиум. Неформальное собрание ученых, выступления, угощения, беседы. Даже великая Ариб там будет. Иди, выследи этого Фазиля, но осторожно. Однако, не обнажай клинка на симпозиуме. Мы не хотим раскрывать себя раньше времени.
Но если Фазиль виновен, если он один, ударь, словно аспид. Но ты должен быть уверен. Прежде чем действовать, я все проверю. Отлично. Так, а это дом мудрости, да? Нам прям туда показывают, куда нам идти. Так, открыть меню расследования. Этот трупак, этот спасен. А нашу цель мы будем выслеживать. Так. Ага. Хорошо, ладно. Пошли. Ну куда ты? Давай, прыгай. Вот так вот. А, то есть ты можешь катиться, но не можешь идти. Окей. Загадка, 38 метров. Ну давайте заберем, чё бы нет. Где? Ага, внизу. Внизу же? Ключ? В смысле, а где я ключ тебе найду? В таком-то месте. А, наверное, от загадки как раз. Да, что ты разорался там? Ну, украли у тебя кошелек, ну и украли. Ничего такого уж нет. Так, что у нас? Ага. А, по ножам. Так, торгаш рядом, закупаемся. Ну хоть стражники нет. А то еще бы от стражников пришлось получать. Так, о, здорово, дружище. Давай, так. Ага. Так. Купить, да. Купить, да. Так, это полное. Так. Ну, давай теперь это все продадим. О, как много денег у нас уже. Ну, давайте купим, пускай будут талисманчики, чего бы нет. Они, кстати, ничего не делают. Купим краски. Пускай будут. Да, пока все. Давайте посмотрим, что он сделает с красками. Так, ага. Энджа, да? А, вот как будет выглядеть. Ага. Незримый зеленый. Ну, у нас нету костюма незримого, да? У нас нет этих костюмов всех. Талисманы. Да, будем с нашим бегать. С нашим знаком, чтобы все знали. Я ассасин. Видите, у меня знак на спине. Я ассасин. Типа, реально, почему нет-то? Почему никто не обращает знак? На знак внимания. О! Симпозиум должен быть здесь. Лучшие умы благодаря Багдада соберутся. Соберутся там. Так, а я хочу убрать эти навыки. Так, давайте вот это. Пускай будет. Да-да, вернусь обязательно. Жду не дождусь выступления Фазиля. Он поделится с нами великой мудростью. А, ну это обычные. Прошу, прости меня. Я хотел бы послушать выступление Фазиля Фахима о допотопных предшественниках человечества. Пока же ты можешь насладиться нашим превосходным угощением и прекрасными напитками. Ага, подслушайте. Где? Где Ариб? Я надеялся хоть на миг насладиться его несравнимым обществом. Она ведь почти не покидает круглый город. Возлюбленная в саду размышляет о совершении природы. О, быть цветком в ее знающих руках, вдохновлять на столь томные строки. Должно быть, она рада передышке от общества своих богатых покровителей.
Возможно, она ведет увлекательную двойную жизнь, тайно выбираясь из дворцов, чтобы обрести вдохновение среди простых людей. Сомневаюсь. Так. Ага. Сам переводчик. Что он здесь делает? Кунай, тебе не следовало возвращаться сюда. Я знаю, и мне до сих пор не по себе. Но я не мог больше обходиться без моих книг. Полагаю, каждый из нас навсегда... Блэлла. Устал уже читать. Просто не успеваю. Астроном, возможно, один из них. Хотя я сомневался. Саиди. Познакомиться с тобой — большая честь. Приятно видеть, что в Дом Мудрости приходит много молодых людей. Скажи, выступление Великого Мудреца, не трать время попусту на этот вздор. Я написал множество куда более поучительных и практичных книг. И на какие темы? Я пишу исключительно о солнечных часах и астролябии, о звездах и планетах, о земной окружности. Поразительный сайт. Я неприемлемо прочту больше ваших трудов. Так, забрал. Хорошо. Расчет длины окружности Земли. Так. Кто, где, когда, чё? О, взлетели. Так, и чё? Я ничего не вижу. Ключ. Да блин, не, да не та кнопка, отстань. Вот это вот. Где? Кто? Где? Следуйте, чтобы обнаружить возможности. Исследую. Но никого нету. Опа. Я же говорила, мы еще увидимся. Это так. И почему ты вернулась? Хочу тебе кое-что показать. Ну, пойдем. Что она могла такого найти? Эти зануды из Дома Мудрости собирают самые странные... Я уже был здесь, Нихаль. Это кабинет Ахмада ибн Мусы. Так что ты сумела в него... Как ты смела в него пробраться? Чё? Ну это я знаю. А, вот сюда что ли? Ахмад и его братья подчас обретают просто поразительные устройства. Боюсь, не все идеи Ахмада практичны. Не задирай нос, мир полон чудес. Угу. И чё? Дальше? И чё дальше? Ага. Мурашки так и бегут по спине, будто я приближаюсь к какой-то вселенской тайне. Ты слишком много читаешь о волшебниках и затерянных городах, погребенных под песком. А ты читаешь слишком мало. Может быть, существуют другие миры и другие народы, там, среди звезд. Какая чушь. Ну, чуть позже ты этого не скажешь, чувак. Чуть позже ты прям... И чё хотите? Так, вот это что ли подвинуть? Пустите. Ну, где? Чё? Ага, вот это. Давай, да возьми, подвинь. И она, наверное, просто пройти сюда не может. Ага. И чё, и куда? А ты как сюда? Ты кто сюда зашёл? Зачем ты сюда зашёл? А, вот... Это напоминает тебе о твоих кошмарах? Нет, скорее что-то из Бимаристана. Или какую-нибудь учебную схему незримую. А, да, как убиваешь бесу бесшумно и быстро. За несколько мгновений. Ну... Да. Ага, вижу. Оно бы все подсвечивалось. Вот, это, я видел подобное раньше. Это то, что мне ты хотела показать? Yes. Да.
Мне это напомнило ту вещь, которую мы нашли во дворце. А что это? Рисунок из древней книги. Ты о чем-то не договариваешь. Ты не хочешь знать, что происходит за закрытыми дверями? Почему? Потому что ты и сам не знаешь. Потому что, как говорит Дервиш, иногда лучше не знать правду о том, что мы должны сделать. Правда, Басим, в том, что все здесь, у тебя перед глазами, но ты отказываешься смотреть. Это все о тебе. И всегда было о тебе с той самой ночи. Я дал клятву, Нихаль. Отказался от прежней жизни и отныне идти дорогой теней. И может быть, однажды ты обретешь... Но до тех пор я буду следовать за тобой, повторяя каждый шаг и напоминать, чтобы ты не забыл, кто ты такой. Это угроза? Не знаю. Так, ага, где-то вот здесь, да? Прошу внимания, гости симпозиума. Так, ну... Вот та поэтесса, что нравится Табиду, и чьи творения обнаружили... Водитель караванов, дух песчаных струй, из стран далеких неустанно дуй. Да. Симметрии полны моря и небеса, но лишь в твоих глазах встречаются они. Ты читал мои труды. И кто же ты такой? Любитель поэзии, только и всего. И порядка, или мне лучше было сказать, хаоса. Я знаю лишь одно здравствующего поэта, обожающего хаос. Это Али ибн Мухаммад. Тебе нравятся его поделки? Ваше соперничество вошло в легенды и подстегивает мастерство. Я не могу... Ты весьма любезен, но я предпочту искать вдохновение среди этих чудных ответов. Всего доброго. Чудных цветов. Всего доброго. Похоже, выступление вот он начнется. Мне нужно вернуться к... Да-да-да. Это просто стихи. Это просто стихи. Так, ну, как-то, знаете, игра такая спокойная, размеренная, не то, что раньше. Последние три какой-то кипиш, все это как-то. А тут спокойненько все. Да что такое, отвали. Прошу прощения, выступление Фазиля Факима вот-вот начнется? Именно так. Пожалуйста, проходи. Приветствую всех и каждого в Доме Мудрости, сосредоточии учености в Багдаде, да и в целом в свете. Я Фазиль Фахим Аль-Кемса, первый из ученых Дома Мудрости, мудрейший из мудрых. Сегодня я поражу вас сведениями, которые могут прозвучать как возмутительное кощунство. Не бойтесь, добрые люди, хотя я и стар, мой разум по-прежнему остер, как сталь. Сегодня я буду говорить о тайнах, о созданиях из допотопных времен. Разве не говорят нам пророки древности о великанах, живших до потопа, что отвергли Аллаха и поклонялись ложным богам? Разве не может быть такого, что эти великаны создавали чудеса, поразительные творения, которые ныне для нас потеряны? Захра и Хасан оба мертвы, убиты клинком ассасина. Они мертвы? Тебе лучше скрыться, пока мы не устраним... Прошу извинения, но выступление окончено. Пожалуйста, не стесняйтесь... Осматривайтесь. Многочисленные прекрасы зала Дома Мудрости. Это он, 100%, да? Да-да-да. Ты называешь себя великим мудрецом, Фазиль.
А меж тем жжешь книги, надеясь, что их дым... Сколько людей ты погубил в поисках знаний? Скольких ты использовал и мучил, скольких избавился ради... А теперь ты прячешься в доме мудрости, обители, который сбил с пути. Но я найду тебя, и ты поплачешь за все жизни, которые загубил ради своего великого творения. Убейте великого мудреца Фазиля. Глава ордена в Аббасе известен под именем Арабиссу. Так в древней Месопотамии называли демонов. Теперь же стало известно, кто он такой на самом деле. Фазиль Аль-Кемса. Великий мудрец из Дома Мудрости. Беззаконное присвоение ценных книг, ужасающие опыты над людьми. Он является собой яркий пример аморального ученого. Фазиль выдал себя на большом симпозиуме. Настало время нанести удар. Офигеть, сколько возможностей его замочить. Там просто такой огромный список. Это правда. Фазиль возглавляет орден в Аббасе. Я должен уничтожить его. Ладно. Попробуем. Где нет? А, подслушаю, да? Хорошо. Садимся. Слушаем. Как волнующе. Как по-твоему, что напугало великого мудреца? Старому дурню верно почудилось какое-нибудь из его допотопных созданий. Это попросту позор. Но куда же он убежал? Ходят слухи о потайных ходах по Дому Мудрости. Возможно, он укрылся там, внизу. Я тоже слыхал о них, от садовника из верхних садов. Какая чудесная подробность для моих стихов. Мудрец бежал подземными ходами, гонимый вымышленными божествами, что гибели ему желали. Ага. Ага, хорошо, идем. Так, это сюда. И никто не видит. Уф, теперь можно снова использовать оружие. Тихо. Не надо. Аккуратно. Аккуратно. Так, садовника вижу. Врагов. Врагов вижу. По мне, на крыше лучше всего. Там наверху полно работы и безопаснее. Лучше избегать темных переходов, особенно после убийства в библиотеке. Куда катится... А эти крики из подвала? Меня наизнанку выворачивает. Сколько в них боли. Тихо. Не надо. Не надо, не надо. Так, мне надо выбрать вот это. Так. Ага. Этот ключ может пригодиться. Идем вниз. Фух, аккуратно. Здесь лучше не использовать оружие. Угу. Понял. Как он теперь ребра не переломал? Вот это вопрос. Так. Ты? Прошу прощения, но я слышал, что где-то под Домом Мудрости есть тайные подвалы. Тайные подвалы? Ты верно шутишь. Нет, вовсе нет. Ведь наверняка под таким большим зданием должны быть и обширные подвалы для хранения книг и чернил. Не знаю, ни в этом здании, ни вокруг ничего подобного. Возможно, небольшой знак моей признательности поможет тебе припомнить. Весьма щедро. Убийство, смута и костры. Пора мне оставить Дом Мудрости.
У отца Самаре отличная лавка. Он всегда хотел, чтобы я занялся семейным делом, торговлей. Мудрый выбор. Так как насчет тайных подвалов? Ах, да, конечно, извини. Теперь, когда ты мне напомнил, в северно-западном дворе есть люк, ведущий в подвалы. Спасибо. Отлично. И где же это? А, я то, что в доме. Хорошо, понятно. Привратник, дай мне пройти. Те, кто пришел раньше, это... О чем ты говоришь? Те, кто пришел раньше, это... Я вернусь позже. Ага. Наверху, хорошо. А это что? Неинтересно. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Я потерял величайший труд Фазиля. I've lost Fossil's greatest work. What do you mean? Как ты потерял шедевр великого мудреца? Прости, я отвлекся на эту знаменитую поэтессу Арип. Забудь о ней, лучше найди книгу Фазиля, иначе нам обоим конец. Похоже, это часть какой-то условной фразы. Вход только для дома мудрости. Ага. Аккуратно. Аккуратненько. Вообще аккуратненько надо быть. Чё, а куда? В смысле, тут же стражник был. Хорошо. Ну нет, ну... Ну у вас же никого тут не было, пацаны. Ладно. Не-не-не, не хочу. Да я их не замочу всех. Это же бред. Ну можно было, конечно, да. Через дым, там все такое. А он же ушел. Куда он? В смысле, откуда он взялся опять? Зачем он вернулся? Идиот. Убивать каждого стражника? Ну, можно. Пацаны, я с вами. Можно я за вас сойду? Ну ты дерзкий вообще. Так, здесь нет, да? О, там что-то лежит. Хорошо. Туда его. Тихо. Даже не думай об этом. В другую сторону. Тихо. Тихо. Хорош. Как это? Приветы. Ну да, анимации как обычно. Как ты вовремя, а, дружище? Как ты вовремя здесь? Ага. Не-не-не, тихо-тихо. Аккуратно. Одного и другого быстренько.
Ладно, пойдет. В письме упомянута уединенная галерея для чтения. Ага. Точно так. Это я сломаю. Так, ну здесь у меня ничего не будет, да? Да. А, ну то есть это я... Да, я сюда не мог зайти. Теперь я смог. Чего? Ладно. Просто... Так, просто пошли. Так, это же я читал, да? Это я читал. Теперь фраза где-то он отмечен. Сейчас мы это найдем. Сейчас мы все найдем. I better not use my weapons here. А, только не говори, что он на втором этаже. Ты издеваешься? Я же посмотрел, я же специально оттуда ушел. Ладно. Ага, это где-то здесь. А, открывается, хорошо. Ну ты... Серьезно? Ну где-то вон там. Угу, здесь закрыто, здесь нельзя. Ну здесь... А, заходим. А, мы кругаля, наверное. Не, это какой-то прикол? Какого черта? Так, здесь он не лезет. И здесь он не лезет, да? Я специально посмотрел, оно ниже было. А, ниже. Ладно. Попробуем залезть вот здесь. Looks clear. I can use my weapons again if needed. А, как-то оно. Блять, а как оно так расположено? Ты не пойму. Вон оно, вон. Ну, значит, на том этаже, на котором мы были. А, вон еще что-то. Не... На балконе. Нихуя не понял. Вообще реально нихера не понял. Хорошо, я здесь. Давай, показывай мне. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Подожди, я же, блядь, бежала, но не было отмечено никак. Ты чё, блядь, издеваешься? Эта книга, втиснувшаяся в щель за письменным столом. Фазиль Фахим. История великого мудреца и его великолепных преобразований добра мудрости. Не думаю, что это нужный труд. Так, а это как-то вниз... А это как-то, блядь, внизу? Как? В смысле, где? Ну, конечно. Безумная поэзия Фазиля Фахима. Не слишком романтично, сказать по правде. Так. Это мне сюда, да? Ну, допустим. Он сам отметит книжки, листочки. То есть мне и сюда. Ага, вот так вот. А, я не бежал. Не та кнопка, не та, ненавижу, когда так получается. Никаких... Никаких помощь, никаких помогатей. Всё, тихо, спокойно. Так, пацаны еще есть, которых надо замочить.
Ага. Тихо. Нашел. Ага, листочек. Так, ты лежи. Опа, тихо, сундук. А почему сразу-то не показать, что это наверху есть? Что за бред? А где? В смысле, на улице? Что? Так, нет, не сюда. А, тут просто все закрыто. Я не выйду, да? Класс. Не выбивается, хорошо. А, вот, отлично. Внушительный том авторства Фазиля Фахима. Вероятно, это и есть его шедевр. Те, кто пришел раньше, это те, кто вернется. Ага. Так, отлично. Хорошо. Так, спрыгну. Обязательно. Еще с кем-то поговорить. Можно охренеть. Да можно я его пойду убью просто уже? Что за бред? А чё? В смысле? Где? А, он еще не бегает. Кругаля наворачивает только. Так. Ага, все. Gatekeeper, those who came are those who shall. Те, кто вернется. Correct. Верно. Можешь пройти. Спасибо. Приказ великого работники. Да, несомненно, наши ученые должны работать в чистоте, но не беспокойтесь. Не беспокойте меня вопросами про уборку. Пыль и потерянные книги, проявите инициативу сами. Я занят великим творением в подвалах. Нарушителей спокойствия ждет порка. Фазим Фахим, великий мудрец Дома Мудрости. Ага. Отпустил. Ага, ну это мы потом. Сначала здесь. Сначала здесь все. Угрожаешь письмо. Арабису. Ты считаешь себя великим ученым? Верно? И как ты твердишь всем, у кого есть уши? Арух, твое великое творение? Тогда почему при таком изобилии величия ты не продвигаешься в своих трудах? Ты заверил меня в успехе. Я жду, что ты сдержишь слово. Аль-Мардихвар. Аль-Мардихвар — это, наверное, самый главный, да? Хорошо, так. Ничего такого, да, здесь не нашлось. Соответственно, просто... А я ж прочитал то. Я ж прочитал вот это. Ну, все. Больше оно ничего не должно быть. Просто идем сюда. Но не обязательно это говорить. Зачем он это говорит? Типа... Я что, не пойму этого или как? Все, испарился. Ну, как обычно, ассасин. Типа... Ага. Следующий. Садишься? Ну давай, сядь уже там. Угу. Так. Это мы пока сюда. Забрал. А этого надо усыпить. Ага, отлично. Просто супер. Да я инкогнито. Да я инкогнито, чё так-то? Все окей.
Собираем. Собираем всякое барахло. Пойдет, ладно. И все, он просто здесь ходил. А это куда ведет дорога? А, это нам, наверное, бежать. Да, наверное, отсюда мы будем сбегать. Я думал, что-то интересное, нифига. Давайте ножик возьмем. А чё, ну раз по чуть-чуть пополняется, брал бы по чуть-чуть всегда. Он же не все забирает. Да я инкогнито, чё вам надо? У меня никого нету. Здесь все пропитано злом, повсюду смрад, гнили и железо. Такой халат поможет мне подобраться к Фазилю. Так, халаты обязательно. Испытуемым без халата вход воспрещен. Найти подходящее одеяние можно в комнате, примыкающей к камере для отдыха. Ага, хорошо. Что они сделали с этими людьми? Бедняга. Бедняге это больше не понадобится. Это поможет мне сойти за... Серьезно? А талисман, то есть он и будет висеть. Ты идиот. Вы идиоты, серьезно. Маскировка может помочь вам избежать обнаружения в определенных областях, пока вы не привлекаете к себе внимание. Если вас обнаружат, скройтесь и станьте инкогнито, чтобы не лишиться маскировки. Сними, идиот. Ну просто серьезно, он маскируется, но и талисман висит на спине, чё за бред? Просто реально, это такой тупизм. Пожалуйста, верните меня туда. Здесь мне не место. Где мой халат? Не могу же я предстать перед мудрецом без особого халата. С этим миром что-то не так. Верните меня в то светлое сияющее место. Следующий испытуемый. Сюда, живо. Здесь повсюду ужас. Но страшнее всего, что я уже видел это раньше. Только вот как? Кто смеет прикасаться к моему великому творению? Убивать моих союзников, мешать моему выступлению. Возмутительно. Похоже на работу опытного ассасина. Быть может, происки какой-то клинки в кругом городе. Эти убийства слишком ловко совершены. Да. Неважно, когда я разберусь, как работает это устройство, Аль-Бахамут поймет, на что я способен. Ага. Сюда, недоумок. Допустим. Ты новичок, верно? Я не узнаю тебя. Тебе обещали золото, когда ты вызвался участвовать, так? Неважно, что ты сейчас уже зришь, превосходит все земные богатства. Не бойся. Ты боишься? Но он, наверное, боится, что по голосу узнает. Вот мое великое творение. Я называю его Арух. Оно поможет тебе перенестись в иной мир. Почему первые носители... Первые населили этот мир невеждами? Хотел бы я знать. Мы называем это место Дома Мудрости, но его основание непрочно. Ибо под Домом Мудрости лежит подземелье невежества. И на таких темных секретах сотворим мы свою философию.
Наука – благодарнейшая цель. Благороднейшая цель. Знание – величайшая сила. Нет. Нет? Тогда что же? Может, надо было подождать, он бы еще что-нибудь сказал. Справедливость. А, ну да, он закончил, в принципе. Может быть, это здесь? Может, именно здесь скрыто абсолютное знание? Здесь. Все не такое, как я помню. За дверями все выглядело ярче. Но в конце мы видим только тьму. Так, но остался, по сути, тогда главный. А, нет, еще не главный, еще один какой-то. Потому что я же еще в одной конторе, мне надо исследовать. Или нет? Или да? Что-то не помню. Его все еще мучают кошмары. Нужно выбраться отсюда, к Табибу. К Табиду. И чё, и всё? И никто даже не это. Ну, тогда переодеваемся. А, наряд. А если сниму? Ага, Исман. Всё. Ага, навыки хорош. Это, кстати, надобно. Ну, да, но нет. Так, срочно... Ну, блин, было бы неплохо. Было бы неплохо вот до сюда дойти. Ладно, подкопим. Ничего страшного. Ничего страшного. А, путь впереди, братья. После смерти халифа мы лишились ценной пешки. Не стоит волноваться. А, ну это мы знаем. Это что-то мы читали подобное. А вкус бесконечность. Арабису, надеюсь, твои успехи в работе над месяцем были внушительнее, чем раньше. Это устройство необходимо для осуществления задуманного. Мне не терпится испытать его снова, ощутить вкус бесконечности, неземного блаженства, зародившегося рая. Это восхитительно. Настоятельно прошу, удвой усилий и закончи великое творение. С тобой в ордене Аль-Гул. Никаких сомнений, Фазиль Пашей увяз в делах ордена. Так, главе ордена Аль-Бахамут. Приветствую тебя из Дома Мудрости. Пишу тебе, чтобы с гордостью сообщить о нашем успехе. Благодаря устроенному нами пожару никто не заметил краж и редких ценных книг. А, не заметил кражи редких и ценных книг, которые должны помочь в переводе таинственной рукописи. Тем временем новая партия испытуемых приближает нас к загадке тайн человеческого разума. Однако это тяжелый и долгостоящий. Стоящий труд. Не изменилось ли твое мнение насчет дополнительных средств? С тобой в ордене Ар-Рабиссу. Запись ученого. Он верит в существование этих древних созданий, хозяев памяти. Я так близок к победе, что уже чувствую ее вкус. Мне просто нужно время. Испытуемый получше и перевод этой проклятой безымянной книги. Когда великое творение заработает, я смогу исследовать глубины творческого человеческого разума. Я узнаю тайны Вселенной, иначе и быть не может. Непостижимая мощь, невообразимые чудеса. Все секреты алхимиков в моих руках. А здесь лишились ценной пешки, не стоит ланы. По-моему, мы это читали. Или нет? Ну да ладно, пофигу.
что-то знакомое прям. Ну, начало, как минимум. Так. Повернуться. Ага. И... в контору. 300 метров. А можно как-то быстрее плыть? Я могу просто переместиться туда. Это будет намного быстрее. Ну, просто закончите это расследование. Не, ну, переодеться и талисман на спине, ну... ну, как? Просто как? Он должен тоже скрываться. Это для квеста. Это нужно для квеста. Басим ибн Исхак. Как ты нашла это место? Легко. Не шла по следам крови. Не стоит тебе здесь оставаться. Ты с ним говоришь? Иногда. Да. Но он не отвечает. А я да. Мы отдалились друг от друга с того дня. Но то, что мы видели тогда во дворце, этот свет, эти звуки, ты не мог их забыть. В отличие от тебя, Нихаль, я оставляю прошлое в прошлом. Вчера, по-твоему, прошлое? А это твой джин, отвратительная тень, что сокрушает твою грудь. Он тоже убрался назад в прошлое? Нет. Он все еще здесь. Иногда, даже днем, я ощущаю его дыхание на своей шее. Этот кошмар проникает и в настоящее. Настоящую жизнь. А может, всегда был ее частью. Это часть твоей настоящей жизни, Басим? И я тоже часть твоей настоящей жизни. Я твое прошлое. Скажи, ты меня оставишь там, в темных уголках своей памяти? Не оставлю. Вот если бы ты мог изобрести механическую щетку для ног. Басим, дело сделано. И как все прошло? Боюсь, этот рассказ придется отложить. Может быть, когда-нибудь у походного костра. Ты прекрасно справился, друг. Я лучше вернусь к своей работе. Ты же знаешь, мне... Спасибо за то, что совершил, Басим. Ты в самом деле все сделал хорошо. И последнее. Ариб. Она тоже замешана? Не могу сказать. Но мы должны сохранять бдительность. Поэтесса? Ну, навряд ли. Да ну, бред. Смысл? Зачем? Просто зачем? Эх, ладно. О, тоже. Да, тоже так надо. Подмастерье. Так, новый значок. Где? О, золотой. О, красота. То есть, стандарт? Ну... не, точнее. Так, расследование. Готов. А, ну да, еще один получается. Еще один. Это у нас сделан, да, вот это вот. Получается, вот эта вот цель делается. И потом центральный. А это пока еще что нет. Этому тоже. Так, не-не-не, вот сюда. А какие предметы, что? Где? В сумке? Что-то? А, костюм песков, кинжал песков. Понятно. Хорошо. Ладно. Так, на сегодня заканчиваем. С вами был Green Knight. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлисты на паблик в описании под видео. Всем пока.